Генеральный спонсор программы – компания «Русский стандарт». Потому что нельзя! Потому что нельзя! Потому что нельзя быть на свете! На свете нельзя! Дорогие друзья, понимаете, ситуация складывается очень странная. Сегодня здесь у нас впервые покажет свое, даже где-то я бы сказал так, покажет свой клюв. Не лицо, так сказать, а клюв. Сам товарищ Белый Орел. Ну, он долго прятался, так сказать. Вот. Наконец-то нам удалось его впервые практически в сезоне рассекретить. Вот так. Вы его увидите, этого орла, и даже клюв его осмотрите. Чем он, так сказать, все это пишет, я имею в виду. Вот так вот. Со своей песней сейчас будет петь Белый Орел, а ныне господин Жечков. Заводите артиста. Отлетела листва у природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Эти желтые листья в ладони свои собираешь, отсверкали они и лежат на холодном углу, и ты сердцем моим, словно листьями, теми играешь, и бросаешь костер, не сжигай только нашу мечту. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать, ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя.
красивой такой. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Для тех, дорогие друзья, кто с трудом разбирает, что же происходит здесь, сообщаю, вы смотрите канал НТВ, четвертая кнопка. То место, куда вы смотрите, называется телевизор. Вот. Моя фамилия Фоменко, говорю по-русски. Вот. Читаю, перевожу со словарем. Тульское пиво поздравляет с Новым годом. В свете буду вспоминать я.